У меня было на то время два тренера, Змеевская, да? которые меня взяли под свою опеку. Один был Валентин Алексеевич Николаев, а вторая была Галина Яковлевна Змеевская. Вот. И так получилось, что контракт был подписан в Лиллехаммере, о нашем переезде в Америку, вот, в штат, в Коннектикут. Вот это неподалеку от города Нью-Йорка расположен штат. Вот. Когда Олимпийские игры закончились, мне вот сообщили такую новость, что мы переезжаем жить в Америку. Но так как у То есть меня... они первые подписали контракт, да? Она подписала Она контракт. подписала. Она за меня как бы принимала полностью все за и против, да и нет. То есть люди, ко мне никто не шел разговаривать на то время, Это потому нормально что или я не очень? была самая маленькая девочка. Ты знаешь, как судьба показала, когда мы приехали в Америку, что произошло? Мать родную никто никогда не заменит. Вот, и я это поняла. Но я как сказать, потерянная душа, я в любой женщине, которая была возрастом немножко постарше меня, я все хотела найти этот Искала маму, да? образ матери. И я не могла это сделать. И как получилось, что мы расстались, и я ушла жить как бы на свое, она осталась со своей.